Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывайте поставить лайк, ведь вы знаете, больше лайков, чаще видео. А также сделайте красную кнопку, подписаться, серый. И, ребята, давайте же узнаем, что будет сегодня за видос. Я снова потратилась, ребята, но это все ради вас, ради того, чтобы вам нравилось то, что я снимаю. У меня возникла невероятная идея, и да, вы знаете, это стоит достаточно очень дорого, но я заказала на сайте Darknet мороженое сиреноголового. Вы могли себе представить, что вы идете обычно в магазин, и там продают мороженое сиреноголовый, мороженое Cartoon Cat. Мне кажется, это просто бомбически. Что там будет, какой она будет, я понятия не имею, я видела лишь обложку на сайте Darknet. Как выглядит это мороженое на самом деле, мы узнаем прямо сейчас. Ведь курьер сайта Darknet уже принес его в назначенное время, и мы с вами сейчас отправимся прямо туда. Воу, ребята, а здесь в этом конверте у нас находятся денежки, которые мы должны передать курьеру. Сама передача будет состоять в том, что я оставлю, сделаю фото, отправлю ее курьеру сайта Darknet, и через какое-то время мне привезут это самое мороженое, ребята. Я надеюсь, что это будет быстро. Для вас это будет, конечно, очень быстро. Мне придется подождать какое-то время, может быть, даже более 2-3 часов. Кстати, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, ставьте лайки, лаки. Вы знаете, Лаки — немецкая овчарка, и она обучается охоте на злых духов. Лаки, она просто злится, когда она чует что-то плохое. Я надеюсь, что после того, как я попробую мороженое сиреноголового, Лаки меня не съест, а узнает, потому что по итогу, по легенде, либо сиреноголовый должен будет прийти, либо я превращусь в сиреноголовую. Я, короче, не знаю, что произойдет, ребята. Мы узнаем совсем скоро, как только состоится передача. То есть, когда я отдам денежку, и мне дадут этот товар. Итак, ребята, на нашем доме на дереве мы оставляем конверт поблишком. Главное, чтобы его никто не взял, поэтому я всегда проверяю. И в доказательство того, что я оставила эти денежки, мы с вами сейчас сделаем фото. Итак, фото. Чик-чик. Итак, ребята, фото сделано. Прямо сейчас я его отправляю курьеру. И, ребята, нам придется подождать, но вы совсем скоро уже увидите, а мы сейчас идем ждать. Итак, ребята, как вы думаете, какое на вкус это мороженое? Ну, по крайней мере, оно холодное, но чуть-чуть уже подтаяло. Смотрите, как это все вообще прикольно. Я просто в шоке. Значит, здесь Siren Head, то есть что в переводе сиреноголовый. Айскрим. Ребята, я даже не знаю, как его доставили, где их изготавливают. Возможно, у нас здесь, в нашем городе, есть какой-то офис Darknet, где они изготавливают такие штучки, блин. Просто очуметь, посмотрите на это. Здесь изображение сиреноголового и написано Siren Head, сиреноголовый айскрим, мороженое. Да, Лаки, посмотри, иди сюда. Посмотри, какое мороженое. Ну-ка, понюхай. Можно его есть? Можно? Можно? Скажи, голос, Лаки, голос. Ну, что, вкусное мороженое? Хочешь мороженое? Скажи, голос. Что-то она не говорит голос. Если бы она хотела, наверное, это мороженое, она бы сказала, что вкусное мороженое. Или ты говоришь, чтобы я его не ела, Лаки. Не надо мне есть это мороженое. Ну как же, я заказала, теперь у меня, как говорится, ответственность перед моими подписчиками. Ты хочешь, чтобы я тебя погладила? Лаки очень ласковая собака, но в то же время она хорошая охранница. И она, я уверена, что она учует, если что-то будет не так. Если что-то будет плохо, да, если будет кто-то плохое с хозяйкой происходить. Давайте, в общем, открывать тогда мороженку. Давай, Лаки, открывать мороженку. Ты будешь в центре внимания, да? Так, окей, отлично. Так, ребята, все, я распаковываю его, а то она уже тает в моих руках. Просто бомба. Лаки, ты с ума сошла? Ты чего? Слезь со стола. Обалдеть. Она такая прыгучая, как белка. Что это такое? Это не надо. Это дети ели. Не веди себя, как будто ты голодная. Покушала. Так, короче, смотрим, ребята. Открывается где-то. Лаки, ты сумасшедшая, она залетает как. Лаки, ты что делаешь? Уйди со стола, Лаки. Я все равно попробую это мороженое. Уйди со стола. Уйди, не мешай мне. Уйди. Слезь со стола, Лаки.
Какой-то ужас просто. Ты невоспитанная ты собака, Лаки. Ты будешь лежать на столе? Лаки, нельзя тебе мороженое. Это для людей плохое. Иди слази, слази, Лаки, со стола. Слази со стола. Иди сюда. Короче, ребят, чтобы Лаки не съела, я здесь буду открывать. Она просто что-то сумасшедшая, она запрыгивает прямо на стол, она просто как белка какая-то. Я первый раз вижу, чтобы собака прыгала так высоко, наверное. Если ее прям конкретно дрессировать, она на дерево залезет. В общем, крутая. Так, что-то я не понимаю, как мне здесь открывать. Ага. Вот это вот надрывается. Отлично. Блин, оно реально уже прям все тает у меня в руках. Итак, крышечка даже такая, смотрите, с ногами сиреноголового. Я просто балдею. Так, отлично. Итак, ребята, здесь какая-то шоколадочка. Шоколадочка, которая в мороженом вся. В принципе, пахнет, ребята, нормально. Пахнет мороженым. В общем, ребята, впервые на YouTube я пробую мороженое сирена. Голова просто. Что будет происходить дальше, я не знаю. Возможно, вообще ничего. Но так главное, чтобы не накапать, чтобы лайк не попробовать. Короче, я беру на себя полную ответственность. Так что вы никогда ничего не заказывайте на сайте Darknet. Тем более не ешьте ничего подобного, потому что может произойти все, что угодно. А я начинаю пробовать. Как по вкусу? Как мороженое. Слушай, может, как обычное мороженое? Сиреноголового? Слушай, обычное мороженое. О! Чё за фигня? Вот чёрт. Надо убрать это мороженое повыше, чтобы Лаки, не дай бог, не попробовал. Потому что неизвестно, что произойдет с собакой. Прикиньте, если собака попробует... Давай на второй этаж. Мороженое сиреноголового, да? Я уберу сюда. Короче, я все, что хотела сказать. Я там... Да черт! Что происходит, Ирина? Я... Короче... Блин, я даже сказать не могу. Я сказать не могу. В общем, после того, как я съела это мороженое, у меня во рту, как сказать вам, тонтил когда-нибудь хурму, что там? Все вяжет. Вот так, вяжет все. Вяжет все. Лаки, фу! Лаки, она чуть не съела крышку, блин. А если она ее облизала? Лаки, нельзя прыгать. А если ты ее облизала? Если, блин, как я могла так поступить? Как я могла эту крышку уронить? Ну, я думаю, что там не было мороженого, она не успела, я ей сказала. Блин, Лаки, ты что, с ума сошла? Черт. У меня сейчас щеки изнутри как будто высохнут. Я не знаю, как это объяснить. Черт. Давай я тебе схожу за водой. Я как будто... Нет, сохну. Есть. Да, пить хочется. Я прям сохну. Сейчас я воды принесу. Сох, давай. Жди меня. Блин, сейчас... У меня сейчас язык присох. Так, черт, где вода? Ирина, ты где? Черт, Ирина пропала. Что это за звук? Ирина, где ты? Черт, мне кажется, в лесу кто-то есть. Черт, что-то произошло. Ирина съел мороженое и превратил в сиреноголового. Что это за звук? Нет. Чертов звук. Где ты? Что это за звук? Идет звук, не пойму. Ирина, ты здесь? Лаки,
Лаки, где Ирина? Черт, что-то произошло. Где? Ирина, ты где? Слышь ты? Звук все сильнее. Лаки, Лаки, где? Лаки, чё? Лаки, Лаки, где Ирина? Покажи. Надо ее спасти. Лаки, где? Где, ты слышишь? Где, ты здесь? Лаки. Ирина, где ты? Ирина! Черт, опять этот звук. Где Ирина? Лаки, стой! Ты слышишь? Где она? Веди меня к ней! Ты ее учуяла? Лаки! 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 Ты нашла? Покажи, Лаки, что ты нашла. Лаки, что там? Лаки. Где Ирина? Лаки, нам надо срочно найти Ирину. Лаки. Лаки, где Ирина? Ирина, где ты? Я ничего не понимаю. Как так получилось? Я отвлекся, пошел за водой, услышал какой-то звук. И все. Ирина, ты где? Мне кажется, я нашел. Я нашел выход. Лаки, там где? Я нашел выход, ребята. Я нашел выход. Я нашел. Вот выход. Чёртовы сиреноголовые! Вот выход. Чёрт, я что-то вижу. Это что? Что это там? Ирина, где ты? Лаки, Лаки, где Ирина? Веди меня, Лаки. 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 Ты чуешь? Где Ирина? Лаки. Где? Лаки потерял след. Надо вернуться. Звук оттуда. Ирина, где ты? Ирина, где-то здесь. Ирина! Ирина, ты где? Лаки, ты нашла Ирину? Ирина, Ирина, ты где?
Что происходит? Ирина! Помогите! Где? Ты! Ирина, помогите! Ты где? Ты здесь? Ты здесь? Сейчас я открою. Ирина, как ты сюда попал? Я не знаю. Походу, сиреноголовый прятался от тебя. От чёрта. Как ты сюда попал? Дима. Ты ушел, меня как будто разорвало, я исчезла. Меня кто-то поглотил, как будто меня кто-то съел. Походу, я все-таки превратилась в сиреноголового. Ребята, после того, как попробовала это мороженое сиреноголового, которое мы заказали с Димой на сайте Darknet. Короче, это была полная жесть, ребята. Походу, сиреноголовый специально меня засунул в этот чертов, блин, багажник. Ребята, это правда, это нереально. Это была полная жесть. Я надеюсь, что вам понравилось. Это просто какой-то ужас. Мне кажется, что меня просто какая-то тьма поглотила. Короче, ребята, с вас лайк. И давайте соберем на этом видео 2000 лайков, пожалуйста. Я вас очень прошу, не забывайте ставить лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. И пишите в комментариях свои вопросы, ведь на них я буду отвечать в сторис на своем YouTube-канале. Ребята, любые вопросы, какие угодно, я полностью для вас открыта, ведь вы моя семья. Надеюсь, что я ваша тоже. С вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых видео. Пока!